Всем привет! Меня зовут Маргарита Ефремова, я представляю город Красноярск, и я приехала покорить сердце басты и ресторатора. Увидимся! Сегодня мои мечты, это жизнь, это супербол, и мы ловим мячи. Делай, как я, закрыв глазами, я падаю вниз, чтобы быть в финале. Мы редкие птицы, как только не бросала, мы из ниоткуда залетаем. Делай, как я. Нашла последних полгода. Я хочу чего-то большего, чем шмотки от Ральф Лорен, и увидит Лиза хейтеров, кто меня затронул. Те, кто настоящий, останутся за друзьями. Проходят мимо те, кто забегали временами. Я делаю красиво, как агент провокатор, и я знаю себе цену, не судите за характер. Делай, как я хочу услышать слова. Да, я хочу быть из меньшинства. Как я. Ну, по традиции, наверное, поскольку все-таки на сцене девушка, будем логично начинать с Александра. Я думаю, тебе самому будет приятно пообщаться с блондинкой. Давай. Привет. Привет. Не-не, ладно, уж с блондинкой. Мы сейчас общаемся с участником конкурса. Давай-ка, да? Ага, ага. Я смотрел вашу заявку. Заявка мне вообще не понравилась. Прям плохо. Но вот сейчас вот вы запели, и стало прям... прям круто и женственно, и мелодично, и вы держитесь на сцене, как будто вы уже лет 5 выступаете по перифериям России. Очень-очень здорово. На самом деле, мне кажется, что у вас отличный потенциал. Если этот трек сделать с хорошим постпродакшеном, он будет звучать прям круто. Я так считаю. Да-да-да-да-да. Александр говорит «да». Прекрасно. Айза. Ну, а теперь о женской конкуренции поговорим, наверное, да? Ну, у меня нет конкуренции. Шутка, конечно. А чего вы не хихикаете? Поддержи меня. Да, да, да. Ты вне конкуренции, поэтому ты сегодня с нами, ну а как по-другому? Ладно, шутки шутками. Я могу сразу сказать, меня не раскачало, да, как это принято говорить. Но, как сказал уже Александр, тут есть чем работать и... ну, можно работать, и я бы хотела услышать, что получится в итоге, честно. Я говорю «да». Да! Двойное «yes», и Василий говорит свое резюме. Так получается, что мое слово какое-то, ну, не определяющее вот по таким раскладам, и это хорошо. Я хочу сказать спасибо большое. Правда, вот я с Саней солидарен, что было приятно смотреть. Красавица. И вы поете, правда, хорошо, и еще и читаете, и про... панч про Янис Района и про Ральф Лорен. Ну, мне нравится, когда женщины умно... Ты слушаешь текст реально. Старик, ты понял? Здесь так просто принято, да? Я говорю «да», 100%, и вот эта композиция, она просто очень крутая. Спасибо большое. Аплодисменты, друзья! Поздравляю, молодец, умничка!